Добрый день. Тема сегодняшней лекции – топография, изображение поверхности Земли и план местности. Каждому из нас не помешают специальные знания и полезные навыки ориентирования в природе в любое время суток. Имея эти знания, можно смело исследовать весь неизвестный нам мир. Оказывается, вокруг нас достаточно помощников ориентира. И нам с вами нужно только уметь ими воспользоваться. Проще всего, конечно же, ориентироваться с помощью компаса. Благодаря ему можно определить стороны горизонта и время в настоящий момент. Но может возникнуть ситуация, когда у вас нет компаса, когда стороны горизонта можно определить. Например, по пню, у которого годовые кольца шире с южной стороны. По муравейнику, у муравейника южный склон более пологий. По отдельно стоящему дереву, у такого дерева с северной стороны ветви короче, а на стволе может быть лишайник. По созвездиям Малой и Большой Медведицы. В созвездии Малой Медведицы располагается яркая полярная звезда. Ее можно видеть только в северном полушарии. И она всегда указывает на север. По стволу сосны. После дождя ствол сосны обычно чернеет с северной стороны, так как там раньше начинает развиваться тонкая вторичная корка, чернеющая от воды. А в сухую жаркую погоду с южной стороны стволов сосны выделяется больше смолы. Этими признаками надо пользоваться осторожно, так как хорошо, чтобы направление подтвердилось и по другим признакам. Ну, например, по растительности. На северных окраинах полян трава весной более густая, чем на южных. Растительность, свойственная южным широтам, будет встречаться на южных склонах оврага. По просекам в лесу их обычно прорубают в направлении север-юг или запад-восток. По снегу зимой. Снег весной обычно быстрее оттаивает с южной стороны. По культовым постройкам. Алтари и часовни православных и лютеранских церквей обращены на восток, а колокольни на запад. Алтари католических обращены на запад. По звуку. Некоторые звуки помогут вам. Например, шум машины, движение электропоезда, гудок теплохода. А слышимость может ухудшаться в жаркую солнечную погоду, особенно при встречном ветре. В лесу, на песке, на рыхлом, свежевыпавшем снегу. И многие звуки не слышны за препятствием, за горой, холмом. И, конечно же, по тени. Тень в полдень всегда направлена на север. Ориентироваться можно по солнцу и по часам.
Например, можно направить часовую стрелку на Солнце, разделить угол, который у вас образовался между часовой стрелкой и направлением 12 на часах, пополам. Полученная линия укажет направление север-юг. До полудня юг будет справа от Солнца, а после слева. По полной луне. Полная луна противостоит Солнцу на небосклоне, поэтому на юге она может находиться ровно в полночь. Разница на циферблате 12 часов не видна. И определение сторон горизонта можно проводить так же, как и в случае с Солнцем. Полная луна появляется на небосводе нечасто, но и неполная луна может помочь определить стороны горизонта. Хотя это и трудно. Для начала надо заметить время на часах. Затем мысленно разделить диаметр Луны на 12 частей и оценить, сколько таких частей содержится в поперечнике видимого серпа Луны. Если она пребывает, видна правая половина диска, то полученное число надо вычесть из часа наблюдения. Если Луна убывает, видна левая половина диска, то прибавим. Сумма или разность покажет тот час, когда в направлении Луны будет находиться Солнце. Направляем на серп Луны то место на циферблате, которое соответствует вновь полученному времени. И заменяя мысленно Луну на Солнце, находим направление север-юг. По восходам и заходам Солнца. В средних широтах летом Солнце восходит на северо-востоке и заходит на юго-западе. Только 21 марта и 23 сентября, дни равноденствия, Солнце точно восходит на востоке и заходит на западе. Азимут и его определение. Азимут – это угол, образуемый в данной точке на местности или на карте между направлением на север и направлением на какой-либо предмет. Азимутом пользуются для ориентирования при передвижении в лесу, в горах, в пустынях или в условиях плохой видимости. Когда трудно сличить карту с местностью и ориентироваться по ней затруднительно, а порой и невозможно. С помощью азимута определяют также направление движения судов и самолетов. На местности отсчет азимута проводится от направления стрелки компаса от ее северного конца по ходу часовой стрелки от 0 до 360 градусов. Иначе говоря, от магнитного меридиана данной точки. Если предмет находится от наблюдателя точно к северу, то азимут его 0 градусов. Если на востоке 90 градусов, на юге 180 градусов, на западе 270. При наблюдении по компасу измеряется магнитный азимут. Для определения азимута компас располагают так, чтобы 0 градусов на циферблате и буква S указывали точно на север. То есть надо сориентировать компас по сторонам горизонта. Следя за тем, чтобы коробка компаса оставалась неподвижной и стрелка не отходила от деления 0. Надо вращать специальное визирное приспособление и наводить его в мушку на предмет, азимут которого необходимо определить. Далее нужно заметить, около какой цифры
На градусном круге компаса остановился указатель. Отсчет по указателю в градусах и будет равен азимуту данного предмета. Если же компас не имеет визирного приспособления, его надо заменить тонкой палочкой. Ее кладут на стекло компаса, так, чтобы она проходила через центр циферблата и была направлена на предмет, азимут которого надо определить. На рисунке перед вами показан отсчет азимута по компасу и примеры определения азимута на некоторые местные предметы. Ну, например, на столбы крепления линии электропередач азимут равен 50 градусам, на дом 135, на пересечение дорог 210, на отдельно стоящее хвойное дерево 330. При записи азимут обозначается буквой А. Далее пишутся градусы. А равно 330 градусов. Азимут определяют не только на местности, но и по карте. Истинный азимут определяется как угол между направлением географического меридиана, проходящего через данную точку, и направлением на предмет. При этом географические и магнитные полюса не совпадают. Поэтому существует склонение магнитной стрелки. Оно может быть западным или восточным. При географических работах на местности его приходится учитывать так же, как и при работе с картой. Магнитное склонение на данное время указывается за рамочным оформлением карты. Пользуясь этим, можно легко перевести азимут из магнитного в истинную и наоборот. Для измерения азимутов на местности удобнее пользоваться разновидностью компаса – буссоном. Ее основное отличие от компаса в том, что буссон имеет приспособление для визирования, то есть точного определения направления на ту или иную точку местности. Обычно это прорези в вертикальных пластинках компаса. В одной из прорезей натянут тонкий волосок. Очень важно понимать, как отсчитывается обратный азимут. Посмотрите перед вами. Если азимут 50 градусов – это направление на линию электропередачи. Значит, чтобы определить обратный азимут, нам нужно прибавить 180. И тогда азимут будет 230. То есть, если до 180 градусов мы прибавляем, если больше 180 градусов мы отнимаем. Например, если 210, мы отнимаем 180, обратный азимут будет равен 30 градусам. Как двигаться по азимуту? Предположим, что во время игры по спортивному ориентированию вы получили задание пройти от растущего на поляне дуба 400 шагов по азимуту 60 градусов, а затем 600 шагов по азимуту 180 градусов и 200 шагов по азимуту 120 градусов. И у края поляны получить какое-то новое задание. Порядок движения по азимуту следующий. Встать в точке, откуда начинается движение.
отпустить стрелку компаса и подвести нулевое деление компаса на северный конец стрелки, то есть сориентировать компас. Положить на стекло компаса тоненькую палочку таким образом, чтобы она соединила центр стрелки с числом, показывающим величину азимута, по которому вам надо пройти первое расстояние. В нашем случае это направление в 60 градусов. Если на вашем пути есть какой-нибудь видимый местный объект, например, холм, можно обойтись без компаса и двигаться в направлении этого холма, отсчитывая нужное количество шагов. Если такого объекта нет, или вы идете по лесу, то всегда держите перед собой компас так, чтобы нулевое деление его совпадало с северным концом, и старайтесь следовать по азимуту. Пройдя положенное расстояние, а в нашем случае 400 шагов, нужно определить новый азимут и продолжить движение. План местности – это чертеж небольшого участка местности в крупном масштабе с использованием условных обозначений. На план наносятся значительно более мелкие объекты, чем на карту. На плане отсутствует градусная сетка. План обычно ориентирует так, чтобы направление на север было вверху плана. План местности, так же как и географическая карта, это уменьшенное изображение земной поверхности на плоскости. Но план отличается от карты. На плане изображают небольшие участки местности, поэтому их вычерчивают в крупных масштабах. Например, в 1 сантиметре 5 километров. На картах же показаны значительные участки местности. Материк, государство или мир в целом. И вычерчивают их в более мелких масштабах. В 1 сантиметре 1 километр. Или в 1 сантиметре 100 километров. Или в 1 сантиметре 250 километров. При построении планов кривизну шарообразной поверхности Земли не учитывают и считают, что участок поверхности является плоскостью. А вот при построении карт кривизна земной поверхности всегда учитывается. На картах есть градусная оси, на плане ее нет. На планах направление на север считается направление вверх, на юг вниз, на восток вправо, на запад влево. На карте направление север-юг определяют по меридиану, а запад-восток по параллели. Планы являются очень подробным изображением местности, вплоть до отдельно стоящего дерева. На картах изображены только большие объекты. Крупные реки, озера, горы, равнины, города. На плане Москвы четко видны многие улицы, а на карте Москва обозначена лишь звездочками. Для большинства объектов на местности существуют собственные условные обозначения. Кроме того, при составлении плана можно использовать собственные условные знаки, указав их на плане. Возвышенность и впадину указывают с помощью линий, обозначающих линии с одинаковой высотой на местности. Это горизонталь. Направление и изменение высоты обозначаются с помощью бергштрихов, черточек, расположенных перпендикулярно горизонтали и направленных в сторону понижения высоты. Таким образом, на холмах бергштрихи направлены к подножию холма, а во впадинах к наиболее глубокой точке впадины. Топографические планы используются, как правило, в таких ситуациях, когда требуется подобная, более подробная схема не слишком большой территории.
Они нужны для, при составлении проекта, в частности при строительстве. Без планов местности невозможна никакая хозяйственная деятельность. В быту полезно составить план своих помещений, например, дома, квартиры, своего участка, двора, сада. Как же составить план? Ход работы выглядит следующим образом. Необходимо установить треногу с планшетом, в частности, для этого участка местности, который у нас на снимке. Установить треногу с планшетом на мосту через реку. Отсюда мы как бы начинаем съемку. Выбрать масштаб, например, 1:5000. И провести стрелку север-юг. Затем сориентировать планшет по сторонам горизонта. Все местные предметы нужно наносить на план условными знаками. Прежде всего на плане надо изобразить мост через реку и в центр условного знака, моста. Воткнуть, например, булавку. Это будет наша исходная точка. Теперь положить на планшет визирную линейку, так, чтобы ее край коснулся булавки. Направить верхнее ребро линейки поочередно на те местные предметы, которые нужно изобразить на плане. Например, куст, дом, колодец, дерево на берегу реки. И вычертить на планшете линии визирования на каждый объект. Когда линии визирования на все объекты проведены, надо определить одним из уже известных нам способов расстояние от моста до каждого из этих объектов. Пользуясь выбранным масштабом, отложить определенные расстояния на планшете и вычертить объекты условными знаками. Теперь можно нанести реку. Она течет от дерева к мосту и далее кустами. После этого линии визирования можно стереть. Дороги на плане изображаются приблизительно. Одна из них идет от моста к дому, другая к колодцу. Условными знаками можно обозначить луг, смешанный лес. А точка, из которой мы производили визирование на местные предметы, называется полюсом. Поэтому этот способ съемки местности получил название поля. Следующее. Вот перед вами полярная съемка. И следующий пример. Маршрутная. Но есть еще и азимутальная съемка. Она является более простой по сравнению с полярной. Она производится примерно так же, как и полярная, только без планшета и визирной линейки. Расположившись у моста, можно определить азимут на все те объекты, которые хотите нанести на план, и измерить их расстояние до этих предметов. Все это можно записать в блокнот. А уже дома на чистом листе бумаги поставить точку полюса и от нее отложить с помощью транспортира определенные на местности азимуты и расстояние в выбранном масштабе. Местные объекты обозначить условными знаками. А маршрутная съемка – это съемка значительных по протяженности участков местности или объектов, например, реки, дороги. Ее производят из нескольких точек или полюсов. Работая на одном полюсе, осуществляют съемку видимой части местности.
Затем выбирают место для следующего полюса, определяют расстояние от начального полюса до него и азимут. Далее наносят полюс на планшет и повторяют всю процедуру съемки. И так далее. Теперь поговорим более подробнее о масштабе. Масштаб, его виды, переход от одного вида масштаба к другому. Для того, чтобы поместить изображение какой-либо местности на географической карте или плане местности, все объекты на местности нужно уменьшить в одинаковое количество раз, чтобы сохранить пропорции. Масштаб – это величина, которая показывает, во сколько раз расстояние на глобусе, плане или карте уменьшено по сравнению с реальными расстояниями на местности. Масштаб – это отношение двух чисел, например, 1 к 1000, 1 к 100 тысячам. И отношение показывает, во сколько раз одно число больше другого. Масштаб 1 к 1000 означает, что изображение меньше изображаемого объекта в 1000 раз, а 1 к 100 тысячам – в 100 тысяч раз. Чем меньше число, показывающее уменьшение, тем крупнее масштаб. Чем больше число, показывающее уменьшение, тем меньше масштаб. Например, масштаб 1 к 1000 крупнее масштаба 1 к 10 тысячам. Масштаб показывает, во сколько раз длина каждой линии на карте, глобусе или плане уменьшена по сравнению с ее действительной длиной на местности. Так, масштаб 1 к 100 тысячам означает, что расстояние 1 сантиметр на плане, карте или глобусе соответствует 100 тысячам сантиметров на земной поверхности. С помощью масштаба можно измерять расстояние между отдельными географическими объектами и определять размеры самих объектов. Численный масштаб записывают как отношение чисел. 1 к 100, 1 к 1000. Первое число – это расстояние на карте, а второе – реальное расстояние на местности в тех же единицах измерения. При масштабе 1 к миллиону расстояние 1 сантиметра на карте соответствует 1 миллиону сантиметров на местности. Миллион сантиметров – это 10 тысяч метров или 10 километров. Именованный масштаб показывает, какое расстояние на местности соответствует 1 сантиметру на плане. И записывается так. В 1 сантиметре 100 километров или 1 сантиметр 100 километров. Линейный масштаб – это графический масштаб в виде масштабной линейки, разделенной на равные части. Отрезки справа от нуля показывают, какое расстояние на местности соответствует 1 сантиметру на плане или карте. Отрезок слева от нуля для большей точности измерения разделен на 5 более мелких частей. Измеряя расстояние между объектами с помощью циркуля-измерителя, нужно прикладывать его к линейному масштабу и получать расстояние на местности. С помощью линейного масштаба и циркуля-измерителя определяют длину кривых линий, например, реки, дороги. С помощью курвимитра кривые линии измеряют. Если расстояние между двумя городами на карте с масштабом
1,5 миллиона в 1 сантиметре 25 километров равно 5 сантиметрам, то на местности оно составляет 125 километров. То есть 5 умножаем на 25. Вот перед вами отрезок топографической карты. Она несколько отличается от плана местности и географической карты. По ней можно определять координаты географические и прямоугольные. Как изображается рельеф на местности? Земная поверхность крайне неровная. На ней выделяются суша и океан. А в их пределах имеются грандиозные горные цепи, глубокие океанические впадины, обширные равнины, подводные плато, низменности, балки, котловины, барханы и так далее. При этом рельеф постоянно меняется. Это обусловлено геологическими процессами, протекающими под влиянием внутренних, это движение земной коры, и внешних причин. Это внешние, это работа текучих вод, льда, ветра. Важнейшими характеристиками рельефа являются абсолютная и относительная высота. Абсолютная высота – это высота любой точки земной поверхности над уровнем океана. Она бывает положительной, когда местность лежит выше уровня океана, и отрицательной, если местность расположена ниже уровня океана. Положительную абсолютную высоту имеет большая часть суши. Примеры отрицательной абсолютной высоты встречаются на суше гораздо реже. Например, это долина смерти в Северной Америке, минус 85 метров. Приатлантические районы Нидерландов. В России абсолютные высоты отсчитываются от уровня Балтийского моря у Кронштадта. Относительная высота – это превышение одной точки земной поверхности над другой. Она показывает, насколько одна точка земной поверхности расположена выше или ниже другой. Абсолютные и относительные высоты характеризуют расчлененность рельефа, различают положительные и отрицательные формы рельефа. Крупнейшие отрицательные формы рельефа на Земле – это впадины океанов, а положительные – это материки. Это формы рельефа первого порядка. Формы рельефа второго порядка – это горы и равнины, как на суше, так и на дне океана. Поверхность гор и равнин имеет сложный рельеф, состоящий из более мелких форм. На некоторых планах высоты точек подписаны цифрами. Это отметки высот. На планах местности рельеф изображают с помощью горизонтали. Горизонтали – это линии, соединяющие точки с одинаковой абсолютной высотой. Чем ближе горизонтали проведены друг к другу, тем быстрее меняются высоты. И наоборот. Географические карты – это уменьшенные, обобщенные изображения земной поверхности на плоскости, построенные по математическим законам с использованием специальных обозначений. На картах показывают размещение, состояние и связи природных и социально-экономических явлений. Они используются во многих сферах человеческой деятельности. Карты – это наглядное средство хранения информации о Земле. Это источник получения новых знаний. Математические законы построения и свойства изображения составляют основу карт.
которая включает масштаб, геодезическую основу и картографическую проекцию. Ну, что такое масштаб, мы с вами уже разобрали. Масштаб определяет степень уменьшения глиб и площадей. А вот геодезическая основа определяет переход от поверхности Земли к поверхности эллипсоида или шара, обеспечивая правильное положение объектов на карте по широте, долготе и высоте. Для изображения поверхности эллипсоида на плоскости используют картографические проекции. Это математические способы изображения земной поверхности на плоскости, устанавливающие зависимость между координатами точек земного эллипсоида и координатами тех же точек на плоскости. Но, конечно, при развертывании в плоскость поверхности земного эллипсоида образуют разливы. Чтобы их заполнить, производят растяжение изображения в местах разлива. И при этом неизбежно возникновение искажений углов, длин, линий и площадей. Для устранения одного из искажений или ослабления другого используют различные виды проекций. Одни из них не искажают углов, а другие – площади. И выбор проекции карты зависит от ее назначения, содержания и масштаба. При этом степень искажения на карте увеличивается от экватора к полюсам. Самые минимальные разрывы на экваторе, а самые крупные в полярных широтах. Линии, ограничивающие картографическое изображение, называют рамками карты. Внешние рамки могут иметь различную форму. Рамка, непосредственно ограничивающая изображение, называется внутренней. И, как правило, между внутренней и внешней рамками размещаются показатели долготы и широты разных точек земного шара. Вот на свободном от изображения месте на карте помещается ее легенда. Это свод знаков, соответствующих пояснений, которые используются на данной карте. Иногда здесь же располагают диаграммы, профили, таблицы, которые дополняют изображение на карте. А перед вами представлены основные отличия карты от плана. На планах, как правило, изображают небольшие участки, например, фруктовый сад, пришкольный участок или территорию города. Поэтому их вычерчивают в самых крупных масштабах, например, в 1 сантиметре 5 метров или в 1 сантиметре 25 метров. А на картах показаны значительно большие территории, например, область, край, республика, целый материк. И вычерчивают их в более мелких масштабах, например, в 1 сантиметре 100 километров. При построении планов шарообразная форма Земли не учитывается. И считается, что участки поверхности, изображенные на план, являются плоскими. При построении карт, наоборот, форму планеты всегда учитывают. На картах обязательно вычерчивают меридианы и параллели. На планах нет. На планах направлением на север считается, как правило, направлением вверх. На юг вниз, на восток вправо, на запад вверх. На карте направление на север и юг определяют меридианы, на запад, восток параллели. Планы при этом являются подробным изображением местности. Различные объекты по их очертаниям и размерам показывают на планах такими же, как они есть на самом деле, но только уменьшенными в масштабе. На картах большую часть объектов изображают без сохранения их очертаний и размеров в масштабе. Существуют
много различных способов построения картографических проекций. По содержанию они тоже могут быть различными, могут быть общегеографическими, либо это экономические карты, климатические, политические. Очень важно, что при составлении карт есть такая система принятых условных обозначений. Например, для создания экономических карт нередко используют метод картограмм и картодиаграмм. С их помощью показывают результаты статистической обработки материала экономико-географического исследования. Очень часто используют перспективные карты, на которых вместе с основной смысловой нагрузкой, которая дается не в виде абстрактных значков, а в виде изображения реальных объектов, такие карты как бы вмонтированы, объемные рисунки городских кварталов, культурных ландшафтов. И территория представляется как бы с высоты птичьего полета. И, как правило, для этого используются беспилотные летательные аппараты, в том числе квадрокоптеры в настоящее время. А к такого рода изображениям местности близки планы небольших участков территории в очень крупном масштабе, или какие-то внемасштабные схемы, которые без конкретной территориальной привязки отражают суть явления или объекта в самых общих чертах. Примером могут служить схемы открытых разработок полезных ископаемых, оросительных систем, гидроузлов и так далее. По масштабу географические карты разделяются на крупные, средние и мелкие. Есть еще и топографические карты. Они используются в хозяйственном комплексе, в военном деле, в исследовательской работе. При этом топографические карты строятся в системе внемасштабных и масштабных условных знаков. А вот основные элементы местности, населенные пункты, реки, озера, болота, изображаются в их действительных очертаниях и сохранением размеров в масштабе карты. Вот очень важный вопрос – это способы картографических изображений. Первый способ – значков. Его применяют для показа объектов, локализованных в пунктах и обычно не выражающихся в масштабе карты. Это могут быть населенные пункты, месторождения полезных ископаемых, промышленные предприятия. Значки позволяют охарактеризовать качественные и количественные особенности объекта и их внутреннюю структуру. Бывают абстрактные геометрические значки, кружки, квадраты, звездочки, ромбы. Размер знака при этом отражает количественную характеристику, а цвет или штриховка – качественные особенности. А структура знака иногда даже передает структуру самого объекта. Буквенные значки – буквы русского или латинского алфавитов – в
обозначают, например, буква F – месторождение фосфоритов, а и L – алюминия. Размер букв может количественно характеризовать объем. Хотя сравнивать их между собой сложнее, чем геометрические фигуры. И наглядные значки – это пиктограммы. Напоминают изображаемый объект. Например, рисунок самолета обозначает аэродром. Туристская палатка – кемпинг. Такие обозначения очень наглядны и чаще всего используют, их используют на туристских картах. Следующие – линейные знаки. Этот способ используется для изображения реальных или абстрактных объектов, локализованных на линиях. К ним относят, например, береговые линии, разломы, дороги, атмосферные фронты, административные границы. Разный рисунок и цвет линейных знаков передают качественные и количественные характеристики объектов, например, тип береговой линии, число колей железной дороги, теплые и холодные фронты. Линейный знак вне масштабен по ширине, но ось его должна совпадать с положением реального объекта на местности. Линейными знаками можно отразить даже динамику объекта. Например, нанести положение береговой линии в разные стадии трансгрессии, передав тем самым постепенность затопления суши. Следующие – изолинии. Это линии одинаковых значений картографируемого показателя. Способ изолиний применяется для изображения непрерывных, плавно изменяющихся явлений, образующих физические поля. Таковы, например, поле рельефа, давление, температур. Они изображаются, соответственно, горизонтально. Это, например, изогипсы, давление – изобары, температура – изотермы. Следующий способ – качественный фон. Его применяют для показа качественных различий явлений сплошного распространения по выделенным районам, областям или другим единицам территориального деления. Этот способ самым тесным образом связан с классификационным подразделением территории, ее дифференциацией по какому-либо признаку, с типологическим районированием, например, с выделением районов сельскохозяйственной специализации, ландшафтов, типов почвенного покрова, растительных ассоциаций. А следующий – количественный фон. Способ количественного фона применяют для передачи количественных различий явлений сплошного распространения в пределах выделенных районов. Подобно качественному фону, он всегда сопряжен с районированием, но по количественному признаку. Окраска или штриховка выполняются по шкале, то есть интенсивность возрастает или убывает в соответствии с изменением признака. Примерами использования количественного фона могут служить карты запасов гидроресурсов в речных бассейнах, карты районирования территории по степени расчленения рельефа и так далее. Следующий способ – это локализованные диаграммы. Вот представлены они на экране. Локализованные диаграммы характеризуют явления, имеющие сплошное или такое полосное распространение с помощью графиков и диаграмм, помещаемых в пунктах наблюдения измерений этих явлений. Таковы графики изменения среднемесячных температур и осадков, локализованные по метеостанциям, диаграммы загрязнения речных вод, приуроченные к определенным гидропостам или точкам мониторинга,
На карте всегда отмечают пункты, к которым отнесены графики. Хотя ясно, что локализованные диаграммы характеризуют не только эти пункты, но и прилегающую территорию. Графические средства весьма разнообразны. Например, это розы диаграммы. Например, розы направления преобладающих ветров. Кривые и гистограммы распределения, например, хода температур по месяцам. Циклограммы, например, это средняя продолжительность солнечного сияния в течение года, структурные диаграммы и так далее. Следующий точечный способ. Этот способ применяют для показа явлений массового, но не сплошного распространения с помощью множества точек, каждая из которых имеет определенный вес, то есть обозначает некоторое число единиц данного явления. Чаще всего точечным способом показывают размещение сельского населения. Вес одной точки составляет, например, 1000 жителей. Либо посевные площади. Одна точка – это 500 гектар посева. Либо размещение животноводства. Одна точка – 200 голов крупного рогатого скота. В качестве графических средств можно выбрать не только точки, точнее маленькие кружки, но и квадратики, треугольники. Важно ли, чтобы каждая фигурка имела вес, обозначенный в легенде? Иногда при большом разбросе показатели берут точки двух и даже трех значений. Маленькая точка, например, 200 гектар, средняя 500, а большая 1000. Кроме того, точки могут иметь разный цвет или форму. Например, точки зеленого цвета обозначают посевы пшеницы, желтого – кукурузы, красного – подсолнечника. На картах размещения населения цветом можно обозначить его национальный состав. Следующий способ – ареал. Он состоит в выделении на карте области распространения какого-либо сплошного или рассредоточенного явления. Чаще всего этим способом показывают распространение животных и растений, месторождение полезных ископаемых. Различают абсолютные и относительные ареалы. Абсолютными называют ареалы, за пределами которых данное явление совсем не встречается. Например, нефтегазоносный бассейн, контур которого точно установлен. Тогда как относительные ареалы показывают лишь районы наибольшего распространения явления. Допустим, промысловый ареал каких-либо лекарственных растений. Следующие – знаки движения. Они используются для показа пространственных перемещений каких-либо природных, социальных, экономических явлений. Например, пути движения циклонов, перелета птиц, миграции населения, распространения болезней. С помощью знаков движения можно отразить пути, направление и скорость перемещения, структуру этого перемещающегося объекта. Можно применить знаки движения для показа связи между объектами, например, финансовых потоков, их качества, мощности, пропускной способности. Различают два вида знаков движения. Векторы движения, например, это стрелки разного цвета, формы или толщины. И полосы или ленты движения. Они тоже разной ширины, внутренней структуры и цвета. Векторы применяют, например, для показа тепловых, для показа теплых и холодных течений. А полосы движения для изображения мощности и структуры потоков, например, железнодорожных перевозок, миграции населения. Ленты движения способны передать структуру потока, его напряженность, например, объем перевозимых грузов в соответствии с принятой шкалой. Чем шире полоса, тем мощнее поток. И еще раз о способе картодиаграммы. Это изображение абсолютных статистических показателей по единицам административно-территориального деления с помощью диаграммных знаков.
Карта диаграммы применяют для показа таких явлений, как валовый сбор сельскохозяйственной продукции или, например, общее число учащихся, объем промышленного производства, потребление электроэнергии и так далее. Графическими средствами служат любые столбчатые, площадные, объемные диаграммные знаки, отнесенные к районам или областям. Они могут быть структурными и показывать, например, долю разных отраслей в общем объеме производства в данном промышленном пункте. А в одной административной единице можно дать несколько диаграмм для разных видов промышленности. Но по картодиаграмме нельзя определить, где именно размещено то или иное производство или в каком конкретном городе потребляют больше всего электроэнергии. Все отнесено к району в целом. Вот этим способ картодиаграммы принципиально отличается от способа значков. И немножко о градусной сетке. Точки пересечения земной оси с поверхностью земного шара называются полюсами. У нас два – северный и южный. Вокруг этой оси Земля за 24 часа совершает один оборот. На одинаковом расстоянии от полюсов проведена окружность, которая называется экватором. И на градусной сетке у нас есть параллели. Это линии, условно проведенные по поверхности Земли, параллельные экватору. А вот через северный и южный полюсы проведены окружности. Меридиан – это кратчайшие линии, условно проведенные на поверхности Земли от одного полюса к другому. И начальный или нулевой меридиан проведен по Гринвичской обсерватории, которая расположена в Лондоне, Великобритании. Глобус – уменьшенная модель Земли. Первый глобус, вы видите перед собой изображение. Вот. Считается, что Мартин Бихайм создал глобус наиболее правдоподобный в 1492 году. Вот и достоинства и недостатки того, во-первых, глобус можно, на глобусе можно увидеть всю Землю. Глобус удобен для того, чтобы представить себе форму и облик поверхности нашей планеты. Но с другой стороны, он громоздкий и неудобный. На этом у меня все сегодня. Ребята, спасибо за внимание. До свидания, до новых встреч.